Специальное предложение только сегодняшнего дня. Мягкий и уютный, теплый и поднимающий настроение плед. Душистый сад. Выбирайте свою расцветку, ведь только сегодня от 799 рублей цена специального предложения дня. Экономия 800 рублей, то есть вы экономите более 50%, заказывая плед сейчас, в эту минуту. Особенный плед, коллекционный плед. Возьмите это на вооружение. Эксклюзивная коллекция во флористическом дизайне от наших российских производителей. Давайте познакомимся. У нас целых три модификации. Вы сможете выбрать по душе. Итак, это салатовый оттенок с ромашками и герберами, символами чистоты и верности. Лилии – это символ королевской власти. И цвет, который называется роза на зеленом. Роза – королева любви. Выбирайте весеннее настроение, выбирайте подарки сегодня. Три цвета на выбор, и у нас есть для вас размеры разнообразные, так что спешите, торопитесь, берите сразу несколько. Экономия сегодня более 50%. Вы получаете мягкий, теплый плед, который подарит вам и хорошее настроение, и согреет, и украсит ваш дом. Наш плед представлен в трех размерах, полутораспальный, двухспальный и евро, что делает его многофункциональным предложением. Конечно, евроразмер я предлагаю вам в спальню, как покрывало. Вы спасете постельное белье от пыли, от повреждений, и постель всегда будет чистой и свежей. Выбираем драпировку на диваны и кресла. Здесь можно взять сразу несколько размеров, и полутораспальный, и двухспальный. Плед мягкий, очень хорошо ложится по конфигурации мебели. Конечно, укрываемся сами, дарим себе тепло и уютные вечера с мягким, нежным, дышащим волсофтом. Цветущей будет ваша спальня, цветущей будет ваша гостиная. И, конечно, это потрясающий эксклюзивный подарок. И расцветет ваша душа, и поселится в ней уже весна. Спешите, торопитесь. Как часто нам не хватает тепла, заботы. Получите ее вместе с пледом «Душистый сад». Для вас три размера, три расцветки и самое выгодное предложение дня. Только сегодня максимальная скидка действует именно на плед. Но всем известно, что плед – это лучший подарок. Полюбуйтесь на цветы, полюбуйтесь на фактуру. И, конечно же, успевайте дозвониться сейчас, пока есть все три цвета и три размера. Олечка, вот мы видим этот роскошный дизайн, я хочу немножко на нем остановиться. Посмотрите, эффект кружева мне очень нравится, настолько это выглядит необычно. Розы как живые. Конечно, это прекрасный подарок для хорошего настроения и для близких обязательно, потому что в преддверии 8 марта, дальше у нас с вами пасхальные праздники, будут приезжать близкие, сделайте такой подарок, запаситесь уже прямо сейчас. Ну, для интерьера это будет яркий, сочный акцент. Вот она вся наша коллекция. Итак, коллекция представляется у нас в трех вариантах цветового решения, и у нас есть пока все три цвета на выбор. Вот сейчас вы видите розы на зеленом, мы его будем рассматривать более детально, близко, но у нас есть и лилии, и у нас есть еще и расцветка, которая называется салатовой. Ну, Юль, вот мне больше всего нравится, что он мягкий, он такой тепленький, он прям ласкающий, и полное ощущение, что это мех, такая стриженная норочка. Это же волсов. Конечно, он очень приятный, мягкий, нежный. Этот материал считается лучшим в линейке домашнего текстиля. Пушистое, трикотажное, ворсовое полотно с роскошным узором. Подарите себе эту нежность, подарите себе эту мягкость. Вечера действительно будут уютными в окружении заботливого пледа. Вообще плед – это символ дома. И я не представляю ни одного дома без пледа. Это уют утром, это уют вечером, это тепло. Давайте посмотрим, какой наш плед пушистый. Хочу отметить особенно густую фактуру, а еще приятный велюровый блеск. Наш плед отличается не только эксклюзивным дизайном, но еще особым типом волсофта, который не подвержен истиранию и является блестящим, шелковистым за счет специальной технологичной обработки. Вот посмотрите, какой пушистый, не добраться даже до трикотажного основания. Ой, густой, мягкий, теплый, ласкающий, он будет вас нежить и согревать. Забирайте «Душистый сад», называется плед. И вы знаете, я сейчас в него укуталась и прям чувствую тепло, чувствую, как нежится мое тело и насколько же это приятно и комфортно. Почувствуйте нашу любовь, почувствуйте комфорт,
комфорт и встречайте весну. Я хочу отметить, что этот плед, он настолько ласкающий, настолько он плотный и согревающий, что ничто другое не сравнится. Набирайте наш номер телефона и подумайте, кого вы хотите одарить таким пледом, о ком вы заботитесь, о ком переживаете и кому вы хотите подарить частичку своей души. Набирайте наш номер телефона и забирайте плед «Душистый сад». Специальное предложение дня, максимальная выгода и лучшая возможность сделать памятный подарок, который будет служить долгие годы. Долгие годы, а вот это мы с тобой, Олечка, обязательно вот сейчас, знаешь, проверим. Да, ну единственное, что меня немножко беспокоит, это очень яркие расцветки. Вы полюбуйтесь сами, здесь очень глубокие темные тона. Вот мой цвет называется лилии, а Юля уже готовит эксперимент. Я понимаю, что ты обратила внимание на практичную сторону, это очень правильно. Действительно, плед насыщен, покрашен очень такими насыщенными, густыми оттенками, поэтому мы сейчас с вами проверим, насколько они будут стойкие. Давайте. Вообще сегодня используются стойкие красители с гипоаллергенным компонентом. Но я понимаю, что плед – это вещь, которая используется активно, поэтому будем много раз стирать. Я это сделала в кипятке. Я вскипятила чайник, налила в мисочку кипящую практически воду и окунаю яркую зеленую часть. Слушай, и мы сейчас Юля! С вами проверим. Смотрите, абсолютно прозрачной осталась наша водичка. То есть не окрашивается. Это говорит о том, что плед можно будет постирать большое количество раз. Абсолютно прозрачная, чистая вода. Вы представляете, в кипяток опустили, и абсолютно не изменилась расцветка. Посмотрите, какая глубокая. Этот цвет называется лилии. У нас есть и роза на зеленом, и у нас есть еще салатовый с герберами и ромашками. Возьмите сразу три пледа. Вы представляете, как будет выглядеть ваш дом? Вы можете сдрапировать свое кресло, свои диваны, вы можете укрываться, и вечером, знаете, так приятно сесть у телевизора, на чашечку чая или кофе и понежиться. И, конечно, это прекрасный подарок. Набирайте наш номер телефона, специальное предложение дня. Самая выгодная цена. Ну и, конечно, это украшение вашего дома, и это весна, которая поселится у вас. И это практичный подарок для вас и ваших близких. Возьмите на вооружение. 8 марта, Пасха. Начнется дачный сезон скоро. Без пледа дом не дом. Выбирайте душистый сад в трех размерах: полутораспальный, двухспальный и евро. Итак, возьмите и для себя, и в подарок своим любимым и близким. И помните, что это заботливые и нежное предложение. Многофункциональный плед. Это и драпировка, это и украшение, и согревает, ласкает и нежит. И это предложение лучшее для вас.